Так, уважаемые товарищи, сегодня мы посвятим наше занятие изучению важнейших положений работы Маркса и Энгельса «Немецкая идеология», комплекс которой можно охарактеризовать как исторический материализм. Ну вот, на странице 29 третьего тома «Собрание сочинений Маркса и Энгельса» говорится, что язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Вот в развитии сознания, в развитии языка особую роль играет рост производства и разделение труда. Вот на странице 30 говорится, это баранье или племенное сознание получает свое дальнейшее развитие благодаря росту производительности, росту потребностей, лежащему в основе того и другого роста населения. Вместе с этим развивается и разделение труда, которое вначале было лишь разделением труда в половом акте, а потом разделением труда, совершавшимся само собой или естественно возникшим, благодаря природным задаткам, например, физической силе, потребностям, случайностям и так далее и тому подобное. Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда. Вот это вот то самое разделение людей на людей физического и людей умственного труда, преодоление которого является одной из целей или одной из задач, которые надо осуществить для того, чтобы можно было говорить о полном уничтожении классов. Если мы имеем дело с какого-то рода противоречиями в области философии, морали и так далее, то Маркс и Энгельс подчеркивают, что существующее, что вот подобное может происходить лишь благодаря тому, что существующие общественные отношения вступили в противоречие с существующей производительной силой. Противоречие обнаруживается не в данных национальных рамках, а между данным национальным сознанием и практикой других наций. Разделение труда делает возможным, более того, действительным, что духовная и материальная деятельность, наслаждение и труд, производство и потребление выпадают на долю различных индивидов. Добиться того, чтобы они не вступали друг с другом в противоречие, возможно, только путем устранения разделения труда. Вот на этом надо нам остановиться, потому что иногда это понимается таким образом, что вообще не будет никакого разделения труда. А разделение труда бывает, технологическое разделение труда, то есть разные виды труда, и от этого никуда нельзя деться, потому что многообразие потребностей требует создания различных продуктов, а изготовление различных продуктов приводит к различным видам труда. И множество этих видов труда только увеличивается. С другой стороны, отсюда никак не следует, что один и тот же человек должен быть закреплен только за этим видом труда. Наряду с законом разделения труда, можно говорить и о законе перемены труда, что вот это бурное преобразование производительных сил приводит к тому, что меняются специальности, меняются способы изготовления продуктов, и человек, который раньше делал что-то вручную, теперь это делает с помощью машины, потом он это делает не просто с помощью машины, а он работает, скажем, на станке с числовым программным управлением, и его задача состоит в контроле, в том, чтобы программу, так сказать, завести в компьютер, управляющий станком, и, соответственно, следить за ходом производственного процесса. И, наконец, действительное уничтожение вот этого порабощающего человека разделения труда
Возможно только в том случае, если, поскольку технологическое разделение труда неуничтожимо, только в том случае, что рабочее время станет с развитием производительных сил меньше, чем свободное время. При этом под свободным временем понимается не внерабочее время, потому что внерабочее время включает сон, отправление естественных надобностей, прием пищи, уборку, там, стирку, занятия детьми и прочее, прочее, которые в какой-то мере могут служить развитию человека. Но свободным временем, согласно Марксу и Энгельсу, называется не просто высвобожденное из производительного труда время, а время для свободного развития. То есть вот только то время, которое фактически на деле, на практике потрачено для свободного развития, называется свободным временем. И наоборот, если у человека было потенциально свободное время, он мог бы его потратить на развитие, но он, так сказать, там сидел у телевизора и смотрел некий фильм про убийство, который, так сказать, способствует его деградации, мы не можем констатировать, что у него это время стало свободным. Оно было потенциально свободным, но не осуществилось как свободное время. И вот как только мы придем к такому времени, а это связано с развитием производительных сил, потому что движение вперед связано с повышением роста, с ростом производительности труда, с повышением производительной силы труда. И повышение производительной силы труда дает постоянную возможность расширения свободного времени общества. Другое дело, что расширение свободного времени общества не обязательно ведет к расширению свободного времени, увеличению свободного времени непосредственных производителей материальных благ. Вот в буржуазном обществе, и даже, можно сказать, в социалистическом обществе, которое у нас было в СССР, увеличение производительности труда имело место. Увеличение свободного времени общества тоже имело место, а сокращение рабочего и, соответственно, увеличение свободного времени непосредственных производителей материальных благ имело очень, так сказать, незначительные масштабы. Очень незначительные. То есть, если был большой скачок в период буржуазной революции в России, когда от 11,5 часов рабочего дня, от такого рабочего дня, который требовал 11,5 часов, совершился переход к 8-часовому рабочему дню, то есть на 3,5 часа сокращение. Ну вот было, с одной стороны, сокращение до 7 часов. Перед войной снова, по независимым причинам от нашей страны и от общественного строя, пришлось увеличить снова рабочий день в связи с подготовкой к войне, про которую некоторые писали, что никто не знал, что будет война. Хотя заведомо перешли на более длительный рабочий день, поскольку интенсивно готовились и прекрасно понимали, что надо быть готовым к империалистической войне и к нападению на Советский Союз. Ну а дальнейший период, скажем, значительный прирост производительности труда выразился не в том, что стало сокращаться рабочее время рабочих и крестьян, а в том, что появились, так сказать, садики, огородики, изменилась структура недели. Структура недели стала такой, что вместо шестидневной рабочей недели, которая позволяла в течение дня рабочего участвовать в профсоюзной деятельности, в партийной деятельности, участвовать в общественной жизни, контролировать деятельность государства, государственных чиновников, которая позволяла развиваться как общественному человеку и рабочим, состоялся переход к тому, чтобы работали 5 дней, и тем самым уменьшилась возможность контроля за деятельностью государственных чиновников, возможность участия в профсоюзной работе и далее. А далее вот 2 дня, в которые это и предлагалось, и во многом навязывалось, предлагалось, так сказать, ездить на участки, выделенным ли болота и неудобий всякого рода для того, чтобы люди могли на участках
и снова заниматься производительным трудом, строить себе там домики, добывать себе с помощью низкопроизводительного ручного труда средства пропитания. И тем самым вопрос о том, что делается в обществе, все больше переходил в руки тех, кто и так узурпировал духовный труд. Поэтому вопрос не в том, чтобы, или не только в том, чтобы увеличить свободное время общества, а вопрос в том, чтобы увеличение свободного времени общества приводило к тому, чтобы увеличилось свободное время работников, занятых материально-производительным трудом. И вот когда у них свободное время составит такой объем, который превышает рабочее время, то, каким является человек, будет определяться не тем, что он делает в рабочее время, а тем, что он делает в свободное время. Вот это и будет тот скачок, который можно будет обозначить как преодоление общественного разделения труда. Один на работе больше занимается умственным трудом, а другой больше физическим. А вот в свободное время они могут заниматься любым другим любимым трудом, который их развивает в большей степени, и поэтому уничтожается тем самым противоположность между людьми физического и людьми умственного труда. И это дело очень долгое. То, что это дело очень долгое, это было отмечено Лениным в работе «Великий почин», где он говорит о том, что для полного уничтожения классов надо уничтожить как противоположность между городом и деревней, так и различия между людьми физического и людьми умственного труда. Что касается противоположности между городом и деревней, с одной стороны, деревня – это свежий воздух, это природа, это свежие продукты и так далее. С другой стороны, в силу разделения труда общественного, все учреждения культуры, науки, образования, за исключением сельских школ, сосредоточены в городах все больше и больше. И это приводит именно к противоположности города и деревни. Здесь, так сказать, человек может развиваться всесторонне. Ну, а что касается деревни, хочу вам привести пример. Вот я учился на математико-механическом факультете, и у нас была такая практика. Когда человек, студент, заваливал сессию, и надо было его выгонять из университета, то ему предлагали, или мы вас или исключаем, или вы идете на несколько лет сельским учителем в школу преподавать математику. А тогда вы потом восстанавливаетесь, будете продолжать учиться. То есть в деревню из Ленинграда учительствовать отправлялись не лучшие, а худшие. То есть, а лучшие здесь преподавали в специальных школах. Тем более здесь есть специальные математические, специальные физические и так далее. Школы, так сказать, с особым каким-то уклоном, которые могут готовить еще лучшим образом. Поэтому, с одной стороны, вот сейчас введен ЕГЭ, который по итогам занятий позволяет поступать в ВУЗ. Вы прекрасно понимаете, что уровень преподавания в разных местах очень сильно отличается, и, конечно, уровень преподавания в городах превышает, безусловно, и намного уровень преподавания в деревне. Можно сказать, что с развитием производительных сил создается основа для преодоления этого самого различия, этой противоположности. Ну, во-первых, создается основа для того, чтобы сами материальные условия в деревне улучшить. Скажем, можно поставить, как уже специалисты писали и говорили, на поток производства комфортабельных домов для жителей сел, чтобы они там могли пользоваться достижениями человеческой цивилизации, чтобы можно было пользоваться услугами водопровода, а не таскать воду из колодца вручную, чтобы там было отопление, чтобы все необходимые средства связи были подведены. Необходимо,
соответственно, повысить материальное благосостояние жителей села для того, чтобы можно было приобретать все необходимые средства, которые позволяют приобщаться к достижениям культуры. Наличие интернета, если есть соответствующее оборудование, если есть соответствующие там вышки, которые нужно еще поставить и построить, потому что вы прекрасно знаете, что даже когда на поезде едешь и проезжаешь через район вдали от городов, там связи нет ни на МТС, ни на мегафоне. То есть вы проезжаете через такое место, где теоретически интернет может быть, а практически его нет. То есть это опять связано с производством. И с тем, чтобы это производство было не стихийно, потому что стихийно, мы видим, что стихийно свободное время увеличивается, и оно узурпируется только какой-то одной категории лиц. И мы видим, что стихийно и растет благосостояние, но оно не является благосостоянием всех членов общества, является благосостоянием тоже определенных классов этого общества. Вот почему, так сказать, стихийное развитие капитализма, несмотря на развитие производительных сил, не только не приводит к уничтожению классов, оно закрепляет и воспроизводит это классовое деление. Деление людей по положению в производстве. Вот это очень важно понять, и понятно, почему такое внимание разделению труда уделяет вот Маркс и Энгельс. Далее. Вместе с разделением труда, подчеркивается на 31-й странице, дано и противоречие между интересом отдельного индивида или отдельной семьи и общим интересом всех индивидов, находящихся в общении друг с другом. При этом этот общий интерес существует не только в представлении, как всеобщее, но прежде всего он существует в действительности в качестве взаимной зависимости индивидов, между которыми разделен труд. Ну вот в соответствии с нашей традицией, с тем, что мы анализируем здесь основные положения, я тоже на этом остановлюсь. Есть разные понимания интересов. Есть интерес как категория психологии, и эта категория сводится к тому, что вот это просто концентрированная направленность внимания на удовлетворение определенных объективно обусловленных потребностей человека. Скажем, вы проявили интерес там, к этому предмету. Это что значит? Это значит, что вы направили внимание на этот предмет. Интерес к пению, интерес к чтению, интерес к рисованию и так далее. А другое дело – интерес экономический. Экономический интерес не является характеристикой сознания человека. Не является характеристикой того, на что направил свое внимание человек. Экономический интерес является характеристикой экономического бытия. Более конкретно, не вообще экономического бытия, а он является характеристикой положения человека в системе производственных отношений, в производстве. Можно сказать, что экономический интерес – это такая характеристика положения людей в системе общественного производства, которая показывает, что им в силу этого положения объективно выгодно. И в какой мере? То есть, чтобы узнать, в чем состоит ваш интерес, надо узнать, что вам выгодно в силу того положения, которое вы занимаете. Даже вот так я мог бы сказать, что тем, кто сидит на последней парте, им выгодно, чтобы я писал покрупнее, если я буду писать на доске. А тем, кто сидит на первой парте, им, в общем, это безразлично, и можно сказать, что им это, конечно, не представляет какой-то особой для них выгоды. Что значит выгодно? Выгодно, значит, улучшает это экономическое положение. Вот если мы будем руководствоваться таким определением, определением экономического интереса, интерес – это такая характеристика положения людей в системе производства
общественного, которое показывает, что им объективно выгодно, что улучшает и что ухудшает их положение, какие действия, какие изменения этого положения улучшают, а какие действия или изменения ухудшают их положение, то мы сможем тогда определить, что им выгодно. Спрашивать нужно для этого, что вам выгодно? Не нужно. Нужно спрашивать продавца. Выгодно ему продавать подороже или нет? Или это и так понятно, что продавец продает с целью получить большую стоимость. Поэтому продавцу всегда выгодно повысить цену на тот товар, который он продает. За одним исключением, если это такой продавец, который оценивает в целом, берет не отдельный товар, а всю массу товаров данного рода, то иногда бывает более выгодно продавцу понизить цену с тем, что увеличился спрос, и чтобы суммарный объем стоимости проданных товаров увеличился. А что выгодно покупателю? Покупателю при прочих равных, как покупателю, даже если он только что продавал в магазине, и, может быть, даже свои товары только что продавал, он вышел, так сказать, из дома или из своего ларька и пошел к другому ларьку покупать и превратился тут же в покупателя. Что ему выгодно? Ну, естественно, купить подешевле. Вот в связи с этим рассмотрим такую проблему, которая всех волнует, когда повысят заработную плату. Мы сейчас имеем дело с товарным хозяйством, ибо капитализм есть товарное хозяйство. На том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Или, короче говоря, с всеобщим товарным хозяйством. Рабочие продают свою рабочую силу. Их зарплата – это цена рабочей силы. Что делают капиталисты? Они покупают эту рабочую силу. То есть они покупатели. Что значит повысить заработную плату? То есть увеличить цену на то, что покупает капиталист. Спрашивается, когда капиталисты увеличат цену на то, что они покупают? Ответ. Ну, кто понимает экономическую природу этого процесса? Ответ такой. Никогда. Никогда покупатель не будет увеличивать цену на то, что он покупает. Более того, если он начнет увеличивать цену на то, что он покупает, его сочтут сумасшедшим. Вот скоро откроется буфет, я спущусь в буфет и попрошу, значит, продать мне чашечку кофе. Они говорят, сколько кофе? Я говорю, 40 рублей. Беру за 100. Как на меня посмотрит тот, кто продает? Зачем? Пожалуйста. Пишите, пожалуйста. Зачем? Я прошу дать мне булочку. Почем булочка? Они говорят, 50 рублей. Беру за 200. И у того, кто со мной разговаривает, то есть у продавца, возникает мысль о том, что не случайно, что я, во-первых, с философского явно факультета. Явно. И, во-вторых, не случайно так старательно рабочие красили наше здание в желтый цвет. То есть вывод какой мы получаем? Мы получаем такой вывод, что никакой продавец не заинтересован в увеличении цены того, что он покупает, поэтому покупателя рабочей силы, то есть собственник средств производства, не заинтересован в том, чтобы увеличить зарплату. И ответ, который задают странный такой, странный вопрос, а когда нам повысят зарплату, один? Никогда. То есть кто может повысить заработную плату? Те, кто продают. Конечно, они не могут в одиночку это сделать, и для того, чтобы им повысить заработную плату на то, что они продают, требуется объединение тех, кто имеет одинаковое экономическое положение. А как называется объединение тех, кто имеет одинаковое экономическое положение? Работников. Класс. Профсоюз. Класс.
Класс не объединяется, классу просто принадлежат. Вот если вы имеете одинаковое экономическое положение с другими, и эта группа очень большая, то это будет класс. А вот если вы соединяетесь по профессии, чтобы учесть какие-то ближайшие интересы, слесари все соединяются, это будет какой-то профсоюз слесарей. Или металлисты, профсоюз металлистов. Или есть у нас профсоюз авиационных диспетчеров России, федеральный. У них особые условия труда, а их задача, так сказать, развести точки на экране локатора, потому что если они сойдутся, это значит авария. Есть профсоюз докеров, который осуществляет перегрузку грузов, пришедших по морю на железную дорогу или на контейнеровозы и наоборот. Есть профсоюз, скажем, работников пищевой промышленности и так далее. Чем они отличаются? Раз у них одинаковое положение, значит, у них одинаковые интересы. Вот я на это обращаю внимание, здесь вот подчеркнуто в этом произведении, что не речь идет не о представлении о том, что мне выгодно, а о том, что на самом деле мне объективно выгодно. Александра, у нас записываются наши лекции? То, что вы пропустили, вы посмотрите. Знаете, да? Да. Смотрите, да? Да, естественно. На YouTube? Да, на YouTube. Откройте немецкую идеологию, можете посмотреть. Вот, не пропуская. В то же время, как вы можете заметить, у нас есть занятия и прошлого года записанные. Да, конечно, они там тоже есть. Вот. Но они, естественно, отличаются, потому что каждый курс, он связан с теми, кто слушает этот курс. Ну, я смотрела только наши лекции. Хорошо. Так. А вообще где-то ваши граждане там? Не надо ли мне пойти в деканат и устроить там некоторые разборки? Просто у нас сейчас часть людей, которые человека группы, в том числе я, мы даем сейчас сессию, потому что сразу семестра не было. И мы учились друг по обмену. И дело в том, что на сегодня у тебя начнется, скорее всего, дома постоянно. Ну, надо просто так меня информировать. У вас старше-то есть группы? Да. Ну, почему старше не пришла, я не знаю. Ну вот, староста должен, во-первых, должна, он у вас или она? Катя. Кукушкина. Кукушкина, да? Ну вот, так сказать, надо, чтобы она меня информировала, чтобы держала в курсе дела. Хорошо? Потому что это все, это рабочий момент, вполне понятный, но надо, чтобы он был. Хорошо. Тем более у нас ведь, как сказать, как вы помните, была задача поставлена, да, написать? Вы написали? Да, вот. Ну, так что мы сейчас прервемся в своем позитивном изложении и обратимся к тому, чтобы рассмотреть индивидуально ваше произведение. Ну вот, поскольку я представитель сферы науки, пишущий, в том числе опубликовал больше чем 310 работ разного рода, сразу хочу вам сказать, что надо, что бы вы ни писали, приучаться к такой культурной работе, поскольку вы культурологи. Культурная работа состоит в том, вы видели книжку «Без полей»? Книжку «Без полей» видели, нет? Открываешь книжку, и там нет полей. Видели такое? Это не книжка. Ну вы-то, а зачем делаются поля, не задумывались? Мы же культурологи. Поля делаются для чего? Человек, который пишет, и который серьезно относится к своему труду, должен понимать, что он напишет сначала первый вариант. Вот сколько лет Толстой переделывал свои? Я переписала, если что. Нет, вы просто переписали. А я говорю, сколько лет? Это вы один раз переписали. А Лев Толстой сколько переписывал? Ну, Толстой, да. Он что, плохой писатель? Нет. А прежде чем переписывать, вот вы написали произведение, да? С полями. И сверху, и снизу, и справа, и слева. Так? Вот вы написали, и потом вы читаете, когда вы написали, к чему вы должны стремиться, когда вы пишете? Себя не сдерживать. Потому что если вы на этом этапе, когда вы пишете, будете себя сдерживать, вы не напишете. Человек должен писать, и пишет, надо написать. Что писать, а что пишет? Написали. И вот теперь то, что вы написали, это что? Бытие. Бытие я вам могу держать, я еще не читаю.
а только о нем разговариваю, оно уже и бытие. А что такое сущность? Вот есть в науке логики три книги. Учение о бытии, учение о сущности и учение о понятии. Сущность, движение к сущности состоит в том, что отрицать это непосредственное, и начать, что значит отрицать, это же не значит выкинуть, я же ничего плохого не сказал про вашу работу, правда? Это не значит, это значит начать думать, а как его улучшить, правильно? И вот это первое отрицание, это первое движение к сущности. Ну, а потом нет вообще предела к совершенствованию, поэтому может быть и второе отрицание того, что вы сделали, и третье. Поэтому, скажем, если человек, вот вы будете писать дипломную работу, если она у вас будет за 2 месяца готов первый вариант, но целый, то значит вы сможете без надрыва, так сказать, один раз доделать, и второй раз. Но это движение будет не вширь, не движение к тому, чтобы получить вот это произведение, а в том, чтобы его сделать более глубоким. Причем это можно делать с учетом обстановки, там вот и настроения нет, или непонятно, как это делать. Довольно механически. Вот я беру, читаю и выделяю самые слабые места. Нашел слабое место, вот на нем и сижу. Как только я его усилил, потом снова смотрю и вижу, что другое слабое место. И доколе. Ну, когда вот подходит срок, вы же тем более у вас вот все время в компьютере, сейчас совсем просто. Все, вы его распечатываете и относите кому надо. Рецензентам, научному руководителю, рецензентам и так далее. Сдаете на кафедру. И вы спокойнее, и не нервничаете. Потому что вот при подготовке таких уже больших работ, очень часто у студентов проходят просто провалы психологические такие. Надо написать, а времени уже нету. И потом вы отложили куда-то на конец, а тут заболели. Все что угодно может быть. Или что-то произошло. То есть, когда мы рассчитываем, какая может быть обстановка, мы рассчитывать должны на лучшее или на худшее. Мы надеемся должны на лучшее, а рассчитывать должны на худшее. Правильно? Так, ну это вот первое. Вот то, что вы написали, это надпись. А в конце должна быть подпись. Да. Хорошо. Вот это вот вообще, вот это называется то, что мне дали, анонимка. Они не рассматриваются. А почему это анонимка? Вроде бы у вас написано сверху, так я тоже смогу написать. Я возьму и напишу Бабичева, Александра, и будут писать. Могу? Это еще у вас вот, так сказать, рукописный текст, он неотделим от вас. В принципе, можно, как говорится, криминологическим путем узнать, что это вы написали. Но, если это машинописный текст, значит, у меня был оппонент, докторский такой, профессор Сергеев, заведующий сектором методологии Института экономики. Он мне рассказывал, что вдруг ему приходит письмо из Генеральной прокуратуры, ответ на его заявление. То есть какой-то человек заправил от его имени письмо, а там некоторые граждане в прокуратуре, прежде чем выяснить, тот ли человек писал, они прямо начали писать ответ. Ответ такой хороший, положительный. Дело только в том, что профессор Сергеев не писал туда никакого письма. Ну и вы знаете, такие вот ситуации бывают. Ситуации, правда, бывают и похлеще. Вот я вот сегодня приехал сюда под впечатлением небольшой заметкой, которую я прочитал в газете «Коммерсант», о том, что на космодроме Восточный пропали бесследно 14 миллиардов рублей. Потому что некоторые люди, которым положено писать и подписывать, как они могут найти? То есть это тянет и на то, чтобы посадить тех, которые отправляли эти деньги, и тех, которые получали эти деньги. Там уже много возбуждено уголовных дел. Но вот это представь себе в условиях, когда мы говорим, вот у нас не хватает денег, давайте, значит, подтянем пояса. Вдруг выясняется, что гражданин Хорошавин, губернатор Сахалина, миллиард получил взяток. Миллиард рублей. Причем наличными вот мы прям пришли, и не иногда разыскивают там эти деньги, а тут у него просто выложили на пол. Лежат 5000-е купюры, пачка так вот. Весь ковер уложен этим. Ну, плюс прибор такой за 30 миллионов. Писать, чтобы удобнее было. Вот я вот как-то думал, я тоже подумал, надо вот начать уже не с такими ходить. И не с такими, это уже лучше смотрится. Я тут был с Смольным недавно. Киоск, закажу, у вас есть авторучки за 30 миллионов? Он говорит, нет. Я говорю, странно, это сейчас модно. Ну, а те поняли, они говорят, ну, в следующий раз заходите, будет.
порядке. То есть у нас теперь только что арестовали и посадили директора, начальника всей системы исполнения наказания. ФСИН называется. А там губернатора его не посадили еще? Ну, его арестовали, еще суда нету. Он в СИЗО сидит, отдыхает. ФСИН. Иногда едут по городу такие вот ФСИН машины. Некоторые думают, что это финансы везут. Это Федеральная служба исполнения наказания. Это везут заключенных. Так вот, начальник этой, бывший начальник, то есть полтора года назад, как ушел, получил деньги государственные на браслеты для тех, кто, так сказать, вот, чтобы вас не ограничивать движение, как Васильеву, а ей браслет на ногу одевают, и она ходит себе. Но знает, этот браслет подает сигнал о том, где вы находитесь в данный момент. То есть вы под контролем. И не обязательно держать человека дома, он, так сказать, находится под следствием. Так сказать, его, так сказать, рассмотрели его, так сказать, вопрос о том, какую меру пресечения избрать. Вот избрали такую меру пресечения, что вот ему надевают браслет, и он до суда будет ходить с этим браслетом. А потом, может быть, его снимут, и он, может быть, и не будет признан виновным в ходе суда. Так вот, порядка 3 миллиардов он со своим заместителем денег этих выделенных на браслеты умыхнул. И это вот сейчас, когда вот обсуждается вопрос, что надо везде, надо вот копейки тут собрать, все последние копейки. Уже тут и Владимир Владимирович 10% зарплаты, своей зарплаты отдал на это дело. И другие, и думцы думали и придумали, значит, после того, как у них на 100 тысяч выросла зарплата, потом на 10%. От этой зарплаты они ее уменьшили временно. А не лучше ли будет сделать так, чтобы вот, это, вот такой вот рекой не распространялось вот это явление? Вот, поэтому пока еще человек находится вот в вашем положении, там, студент, ну, как вы написали, так, я согласен, что это не имеет. У нас же это тоже, вот мои придирки носят учебный характер сугубо, а не по существу, правда, по существу. Это само собой, мы это почитаем все. Вот, но человек должен приучаться к тому, чтобы это вот делать как надо. Если вы написали работу, подписались. Если вы подписываетесь, между прочим. Но как-то человек подписался, когда он подписывается, он, в общем-то, в нем такое возникает такое известное душевное движение, что я подписался под этим, а не просто так. Я написал с ваших слов, а что делают, например, следователи? Вот я бы сейчас, вы бы говорили, я бы записывал все, а потом бы вам предложил. С ваших слов, с моих слов записано верно. Это не то же самое, что самому написать. И вот когда вы попадете в такую ситуацию, а в такой ситуации бывают люди, у нас, как говорят, от сумы и от чурмы, не зарекайся, это русская пословица. Так вот, вам предложат, а вы почитайте то, что написано, скажите, с моих слов записано неверно, и излагайте сами, вы грамотный человек, и подписывайтесь. А не то, что как будто вы безграмотный человек, вам кто-то за вас будет излагать. То есть вообще так, человек свое произведение должен уважать. Свое. Это же ваше. Оно должно быть не хуже книги, так сказать, не хуже, чем мое. Правильно? Вообще, почему оно должно быть хуже? Я не очень понимаю, почему. Так, ну вот. Идем дальше. Ну и для вот научного руководства, скажем, для того, чтобы вам помочь, скажем, я бы что делал? Я бы, так сказать, вот на полях бы делал некоторые пометки, отмечал бы вот что-то делать, какие-то надписи делал. А теперь я могу вам только устно передавать, и вы только устно, так? Вот это вот необходимо, так сказать, при работе обязательно. После анализа ступеней в развитии разделения труда и форм собственности, которые определяют, в свою очередь, отношение индивида друг к другу, материалу, орудиям и продуктам труда, Маркс и Энгельс делают вывод о связи общественной и политической структуры с производством. Это плохо. А? Я вам подчеркиваю. О связи общественной и политической структуры с производством. Это плохо, потому что вот это последний кончик. Он же сам пишет так. Он у меня не студент. Мы же должны, вот когда мы изучаем, мы потом ли это люди написали рукопись, которую оставили грызущие критики мышей. Если вы посмотрите вот иллюстрации в самом томе, вы увидите там фотографию обгрызенных листов.
мышами, на самом деле. То есть они не публиковали, это институт марксизма-ленинизма опубликовал в 1935 году. То есть, с одной стороны, мы это изучаем, но это нас не освобождает от того, чтобы думать. Тем более я сейчас вот скажу, о чем тут, у вас тут есть ошибка. И это еще надо посмотреть, если это... Вы же не цитируете здесь, если вы здесь хотели сказать, что это у Маркса и Энгельса. Как это делается? Ставятся кавычки. Там не прямая цитата. И прямая цитата, не цитата. А вы утверждаете, что это у них так. Но если вы хотите сказать, что вы видите, что это неправильно, но раз у них так, вы делаете кавычки, ставите, значит, вы согласны с этим. Раз это не прямая цитата, это уже ваше. Значит, если у них ошибка, то это и у вас ошибка. Вот скажите, пожалуйста, вы пишете, в связи с связи общественной и политической структуры с производством. Ну, вот политическая структура с производством, все нормально. А что, вот в связи общественной структуры с производством? А производство не общественная структура? Это все правильно. Но скажите, пожалуйста, производство – это общественная структура или нет? Да. А у вас, получается, связи общественной структуры с производством? Как будто... Вопрос-то не в том, что вы имеете в виду, а что написано. Потому что понять – значит выразить в понятиях. То есть вы должны сделать так, чтобы вас правильно поняли. Не меня правильно поняли, это ваш произведение. Слово, честно, заменили, вот я еще вам задам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно буду сказать? Яблоки и фрукты? Нет. Неправильно. В чем неправильность? Потому что фрукты содержат в себе яблоки, включают. Так, вот если мы возьмем общественные структуры, политическая входит туда? Входит. Производство входит туда. Давайте просто общественно-социально заменим. Это ничего не изменит. Социальное, это есть общественное, только на иностранном русском языке. Нет, почему? Социально же занимается, например, социологией, что это именно те, которые отношения... Это не социология, это у безграмотных людей. Социальное выводит за рамки общества, да. К сожалению, вот в социологии вот такое есть, вот если вы, так сказать, посмотрите литературу, вы часто такое слово употребляете еще в советский период. Социальные и экономические отношения. Не читали? Ну да. А экономические – это не социальные отношения? Здесь более узкий смысл понимается. Они имеются в виду не вообще те отношения, которые могут возникать в обществе. Понимаете, вот в хозяйственном магазине написано «ночная ваза», а имеется в виду горшок. Поэтому что значит «понимается»? Понимается, значит, вот то ли понятие употреблено. Если вы говорите социальные и производственные, или социальные и экономические, вы выводите экономическое за рамки социального. А в чем главная идея вот этого произведения? Что экономическое – это главное социальное отношение, главное, определяющее, причина всего. То есть это грубая ошибка, противоположная историческому материализму, противоположное действительному пониманию вообще роли производства. Вот что это такое. Но люди, которые это делают, они этого просто не замечают. Ну, можно сказать, ягоды и клубника. Это какая-то ерунда. Ягоды и клубника. Клубника и другие ягоды, пожалуйста. Для этого есть форма выражения. Можно сказать, производство и другие общественные структуры, например, политические, культурные и так далее. То есть это вот надо понять, что вот это надо строго различать, чтобы не получилось вот такого сбоя. Ну а моя задача, что делать? Находить то, что вас предупредить, потому что вы этого не делали. Потому что именно это очень широко распространено. И то, что вы мне сказали, это мне широко так пишут, и это неверно. И получается, что самое главное социальное выносится за рамки социального. Самое главное общественное, то есть производственное, выносится за рамки общения. А давайте мы разберемся, как устроена структура производства. Как вы понимаете способ производства? Способ производства, да. Что это такое? Я не помню определение. А? Я определение не помню. Не помните. Это и не обязательно. Мы для этого с вами узнаем. Способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений. Единство производительных сил и производственных отношений. Вы об этом сегодня говорили, что от способа производства зависит на то-то, то-то, то-то.
Так вот, производительные силы – это что? Да разберем этот вопрос. Производительные силы – это… Что является главной производительной силой? Человек. Главной производительной силой всего человечества. Кто является? Человек, рабочий, трудящийся. Рабочий, трудящийся. Главная производительная сила. А еще какие производительные силы, кроме людей? Животные. Это машины. Да, это машины, средства производства. То есть производительная сила имеет две составляющих. Субъективная составляющая, это человек, то есть это рабочий, трудящийся. И объективная составляющая, это средства производства. Любые там инструменты, машины, ну это вот экономическое понятие, средства производства. А вот те отношения, в которые люди вступают, чтобы производить, как называется? Производственные. Вот так вот, производственные – это отношения, в которые люди вступают, чтобы производить. И вот эти производственные – это отношения, это и есть главное, это и есть экономические отношения. Производственные отношения социальные? Да. Раз это отношения людей по производству. Вот. Люди, которые как бы не вникают в эти категории, они этого не видят. И не то, чтобы они этому там враждебно, они просто высказываются так, что это искажает действительное положение дел. То есть вот надо взять всю совокупность общественных отношений, ядро их будет, какие отношения? Хотите социальных, назовем, социальных отношений. Ядро социальных отношений составляет производственные, экономические. Производственный или экономический, или социально-экономический. И так, можно говорить. Затем идут, над ними стоит политическая, идеологическая настройка. Политические отношения, государство, там, партия и так далее. В области культуры есть отношения? Тоже есть. Эти отношения, все они определяются, а с одной стороны производством, а с другой стороны ходом истории. Потому что не так, что вот сейчас из производственных отношений выйдет какая-то идея. Так не бывает. Просто изменение идей идет под воздействием производства. Вот так надо это понимать. А не так, что вот прямо вот как пузыри порождает производство какие-то там идеи или мысли. Это не бывает так. А вот то, что оно воздействует решающим образом на производство, хотя обратное влияние есть, идеи, там, культуры на производство есть? Есть. То есть ну, в этом взаимодействии производства и социальных тех социальных отношений, которые являются экономическими, и тех социальных отношений, которые не являются экономическими, в этом взаимодействии решающую, определяющую роль играют экономические отношения. Вот, собственно, вот в этом суть того, что мы изучаем уже много занятий. Почему я, так сказать, вот на этом остановился. То есть мы это изучаем, а когда мы доходим до выражения, то выражение уже этому не соответствует. Понимаете, да? В чем дело? Это я вам просто подчеркнул. Я бы вам на полях поставил минус, но полей нет, минуса ставить не буду. Из-за этого я тут столько вам наговорил. Так бы я просто минус поставил маленький, и вы бы видели, посмотрели. Я не поняла, что вы имеете. Понятно, да. Согласно их воззрениям, данные структуры возникают из самого... А что такое структура? Вот это тоже... Я вот тут не стал бы с вами сильно спорить. То есть я считаю допустимым это выражение, допустимым, но не очень удачным. Почему? Структура знаете, что такое? Думаю, что не знаете. Вот я когда говорю, я знаю, что говорю. Вы когда, знаете, есть такое выражение? Аркадий, не говори красиво. Структура что такое? Как? Вот, правильно, совершенно правильно. И тогда вы видите, что под это, вот то, что вы говорите, не подпадает. Вы же берете не расположение элементов в системе, а саму систему берете, а вы ее называете структурой. То есть, как будто дело, ну вот я вот смотрю на вас, вот у вас есть расположение, так сказать, как у каждого человека, там есть голова, руки, там плечи и прочее. Так почему я должен говорить о структуре, а не о вас? Непонятно. С чего вдруг я взялся расположением, так сказать, частей вашего тела? Как-то странно. И так вот такая есть мода, говорить о структурах. Вот, значит, общественные структуры. Профсоюз – это структура или это общественное объединение? А у этого общественного объединения есть, конечно, своя структура. Там есть председатель правкома,
там есть первичные организации, там есть определенный, так сказать, порядок действий и так далее. То есть почему-то я вдруг заговорил не о целом, а о расположении частей этого целого. Это странно. И это вы не имели в виду, но поскольку это распространено, ну как получается, я читаю и заглатываю, так сказать, захватываю. А то, когда вы пишете, это вы же пишете, это уже ваше. То, что они там написали, это они за это отвечают. То, что вы написали, почему я и попросил вас, это ваше уже. И вы носите, отвечаете за то, что вы написали. Я вот в ряде статей научных, иностранных, видел такие надписи, что большое спасибо профессору такому и профессору такому за помощь, которую мне оказали в подготовке статьи. Что касается ошибок и недостатков, за них я несу полную ответственность. Вот так, так красиво написано. Вот, так что, ну вот, то есть можно так сказать, имея в виду вот это, но это не точно. Структура возникает из самого жизненного процесса индивида. Из самого жизненного процесса индивида что-то возникает, производство, а в нем уже у этого производства есть структура, естественно. Она определяется и обусловится действительностью. Производство, идеи, представления, сознание. То есть того, что будет названо надстройкой над экономическим базисом. А экономический базис – это что? Способ производства. Да, способ производства, и который как раз определяется социальными отношениями производства или общественными отношениями производства. Связано с реальной материальной деятельностью, общением людей. Все то, что относится к сфере духа, к духовному производству, мораль, политика, религия, законы, метафизика и так далее, является порождением материального... У вас хорошо написано, я так хорошо не умею писать, сразу скажу. Когда учительница, а у нас было правописание в школе, не было у вас такого предмета, потом мы его убрали, а мы там писали там ручечками. Когда она увидела потом, какой у меня почерк был на старших курсах, она ужаснулась. Так что тут как раз к вам претензий нет никаких. Является порождением материальных отношений между людьми. Именно действующие и действительные люди производят свои идеи и представления, которые определяются уровнем развития производительных сил. Так, сознание есть осознанное бытие, но бытие есть реальный, а не идеальный процесс жизни. И вот как понимать бытие? Мы возвращаемся снова к этому. Люди, которые... Они вот восприняли эту идею, что вот производство – это, прежде всего, вот общественные отношения, или, как говорится, отношения общения, как они пишут. А бытие, понимаешь, в смысле того, что стул, стол, станок, материальные блага, картошка, капуста, значит, инструменты и так далее, они почему-то думают, что эти вот это материальное бытие вне и помимо общественных отношений определяет представление. А тут-то вся идея состоит, которую мы изучаем, состоит в том, что именно вот эти отношения, общения, которые вытекают, конечно, определяются во многом производительными силами. Но в производительные силы люди входят. Производительные силы – это не только инструмент, но и люди сами. Но люди производящие. То есть вы не как думающий человек, а как человек действительный, который что-то и меняет в жизни. Вы меняете в жизни, и это влияет потом на все. В том числе на вас. Человек меняет условия своей жизни – и изменяет самого себя. Вот через это опосредствование. Поэтому здесь вот написано у вас правильно бытие, но имеется в виду общественное бытие, то есть производство. То есть производство. Так. Сознание есть осознанное бытие, но бытие есть реальный, а не идеальный процесс жизни. А реальный процесс бытие, реальный процесс жизни состоит в производстве чего? Производстве людей и вещей, материальных благ. Поэтому именно общественное бытие и может определять общественное сознание, а не наоборот. Ну вот вы как раз тут все правильно сформулировали. В противовес немецким идеалистам Маркс и Энгельс по своим собственным словам поднимаются с земли на небо. То есть поднимается тут учфор на что? На ударение? На землю. Что с земли на небо, а не с неба на землю опускаются. Mm-hmm. То есть делают исходным пунктом деятельного человека, а не его мысли, представления, идеи и другие конструкции сознания.
Действительность определяет идеологические, духовные, политические и социальные отношения. Та-та-та. И вот у вас опять, видите, и социальные, и другие. Да. И социальные. Не другие социальные, а и социальные. Другие не сказано. А вот эта действительность, это и есть производственные отношения. И у вас получилось, что производственные отношения улетели из рассмотрения и попали в те, которые определяются. А они являются определяющими. Значит, вот у нас есть коллега. Да, это вот неправильно. У нас есть такой коллега у меня, товарищ Огородников, они с товарищем Ивановым написали большую-большую книгу такую тоже. Два профессора. И вот там написано, что вот в базисе есть базис экономический, а есть настройка, а в настройке есть экономические отношения. Поэтому вы, у вас на уровне. Написано на уровне. То есть в надстройке нет экономических отношений. Экономические отношения относятся к базису. Не просто бытие, а вы правильно говорите, это общественное бытие. Общественное бытие включает общественные отношения по производству или отношения общения. Вот здесь говорится так у них, вот еще не вызрели, так сказать, точные формулировки. Ну, это в смысле отношения общения и тоже общественные отношения. И вот эти общественные отношения, которые являются экономическими, являются базисом всех дальнейших. А тут вот социальные отношения. Так, и это действительность, и проходящие в ней процессы устанавливаются эмпирически. Любые, даже низменные образования мозгу людей являются продуктом жизненного деятельного процесса. Только не забывайте, что жизненный деятельный процесс, а деятельность, в этой деятельности люди вступают в отношения общественные или, переходя на иностранный русский язык, социальные. Таким образом, Маркс и Энгельс лишают самостоятельности области идеологии. Идеология, да. У нее даже нет общественной истории, собственной истории. Собственной истории нет, в смысле нет вот таких внутренних пружин, которые ее, так сказать, двигают. Внутренние пружины вне, а не где, в производстве. У нее есть саморазвитие, но саморазвитие на этой основе. То есть, безусловно, что нельзя ее просто отрывать от этой основы. И история – это история материального производства, в котором, как мы знаем с вами, есть социальные отношения. Сознание не подобно живому индивиду, оно лишь продукт реальной жизни людей. Так Маркс и Энгельс приходят к знаменитому тезису, что жизнь определяет сознание. С одной стороны, ну вот тут вот, надо не забывать, что вот если эту жизнь мы не должны брать без общественных отношений этой жизни, материальной жизни. И вообще вот мы, их всего два вида. Это отношения по производству вещей, производство отношения, и отношения по производству людей. Это тоже материальные отношения. Какие? Тоже социальные отношения. Тоже. Но это производство людей, это как и семья. Отношения по производству людей. И раньше эти отношения по производству людей, семейные, так сказать, как бы на первом месте были из-за неразвитости отношений по производству материальных благ. Ну вот начиная с разложения первобытного коммунизма и появлением рабовладения, вот на этом этапе, когда уже один человек мог накормить другого, и себя, и другого человека, могло появиться рабство с появлением такого большого прибавочного продукта. И с появлением рабства на первое место выходят отношения по производству материальных благ. А отношения по производству людей не исчезают, но они просто меняются местами. И вот когда мы сейчас говорим, вот там были там клановые отношения, в том, это что такое? Это всякого рода кровно-родственные отношения. Иногда вот нам рассказывают про Чечню, где они очень сильно развиты. И они влияют на некоторые политические, на экономические процессы, да? То есть эти отношения кровно-родственные влияют. Или, скажем, был запрет в советское время на то, чтобы в подчинении у какого-либо начальника, чиновника находились его родственники. Вот если бы вы были моей родственницей, а я бы у вас был бы начальник, то не получилось бы, что я просто благоволил бы к вам. И это имеет даже и другую сторону, что вот люди толковые, хорошие, умные, деятельные, они, оказавшись в подчинении у своих родственников, чувствуют себя опустошенными, потому что они сделали что-то хорошее, это начинают приписывать, так потому что у него там дядя начальник, или папа начальник, или кто-то начальник.
Я однажды вел занятия в группе, где были дети, в большом количестве дети руководителей университета. Это, в общем, такая вот группа была неплохая. Они все спокойно могли отвечать на уровне не ниже четверки, но какой-то вот такой вот они не хватали звезд. Потому что, видимо, если они что-то сделают, это хорошее, это отнесут на счет папы или мамы. А если они что-то плохое сделают, то папа или мама их прикроют, или даже не сами, а не сам символ. Это что, ну, это не буду ставить двойки, чтобы не связываться. И в итоге вот получается, что они не так развиваются, как могли бы развиваться. У многих, так сказать, как-то получается, что дети в том же самом вузе. Вот лично у меня двое детей, но никого в университете не было. Дочка у меня в Мухинском училась, там художница, сын, ну, в педагогическом. Так что, и это нужно просто для самих детей, а не для там кого бы то ни было. То есть мы абстрагироваться от хроно-родственных отношений тоже не можем, они тоже играют свою роль. Сейчас такого запрета нет, пожалуйста. У нас, если вы помните, в правительстве одно время было две семьи сразу. Министр экономического развития и торговли и представительница социального блога, одна семья, и товарищ Зубков, премьер-министр, и его зять Сердюков. Зять его был министром обороны. Это хорошо. Что, видимо, такая маленькая страна России, но такая маленькая, что набрать как-то вот правительство, чтобы там не было вот семейных отношений, было тяжело. Ну, потом выяснилось, что она не такая маленькая. Сейчас вот, насколько я знаю, там нет никаких семейных отношений в правительстве. Как-то вот без этого обошлись. Тут все наладилось по этой части. Там другое сейчас чувствуется. Там чувствуется, что очень много людей из одного учебного заведения, из этой высшей школы экономики, набились там и, так сказать, и Улюкаев, и Биуллина, которая Центробанк, они все проповедуют эту идею, что рынок все решит, и поэтому их функция состоит в том, чтобы ничего не делать и мешать производству. Например, ключевая ставка 14%, которая сейчас установлена, после повышения до 17%, потом до 15%, плюс те самые 10%, которые накидывают коммерческие банки, делает кредит под 24%, таким, что никто из, никакие предприятия российские не могут пользоваться кредитными деньгами. И поэтому они и на Запад они не могут выйти, потому что Запад применяет санкции. То есть самые большие санкции к нашему производству сейчас применяет Центробанк. А это мелочь, то, что там Соединенные Штаты или Германия, это ерунда. Центробанк. Поэтому, раз никто не берет кредиты, что остается у коммерческих банков? Скупать доллары и евро. И на этом они богатели. То есть Центробанк затеял всю эту самую гонку, которую мы теперь все расхлебываем. Так. Вот, говорит, жизнь определяет сознание. Вот Энгельс потом, ну, вот эту формулу, ну, как-то более сделал четко. И вот в происхождении семьи, частной собственности и государства Энгельса написано, что определяющим в человеческой истории является производство непосредственной жизни. Материальной жизни. Производство непосредственной. А жизнь, производство жизни сводится, а тут уже тоже написано, производство людей и производство вещей. Это мы считали. Что... Или просто забывают, что производство людей тоже производство жизни. Но если бы не будет производства жизни, то человечество прекратится. Потому что человечество бесконечно и вечно, а люди конечны и смертны. Поэтому наличие бесконечного и вечного человечества связано с постоянным производством людей. И можно об этом не говорить, но забывать об этом тоже не надо, потому что производство, дескать, только вот материальных благ. А для кого материальное благо идет? Для людей, чтобы они не умерли. Потому что производство, так сказать, людей связано с потреблением этих материальных благ.
и не только, из производства самих людей, непосредственно, в семье. С одной стороны, ну, тут дипломатия пошла. Данная концепция представляется мне правильной. Это мои рассуждения. Я понимаю, я вот просто, да, но я могу тоже оценивать, разрешается мне так? Представляется мне правильной. То есть это у меня такие представления. Это еще не знание, а просто представление. Ты еще и с одной стороны. Не говорится, что так вот твердо, что эта концепция является безусловно правильной или просто правильной. Нет, она представляется правильной. Скажем, представления вам могут постепенно уплыть, как дымы, и тогда уже это истинное понимание придет. Я понимаю. То есть возвращает науку, в том числе философию, из области созерцания, отвлеченных идей действительной жизни к реальному индивиду. Ну, наверное, к реальному индивиду это перебор. Ну, не к одному же, к реальным индивидам, а все же к одному-то индивиду. Да, ну, индивид как-то собственно. Я понимаю, но да, вот сейчас ищут этого индивида. К обращению на саму реальность, которую можно наблюдать эмпирически. Но с другой стороны, если вы не возражаете, я вам после, ну, поставлю запятую. Но с другой стороны, мне кажется неверным абсолютизировать сферу материального производства. Что такое абсолютизировать? Знаете, что такое абсолютизировать? Да. Что это значит абсолютизировать? Абсолютизировать никаких других сфер вообще не видеть. Абсолютное, абсолютное означает... Значение материальной сферы. А? Значение материальной сферы. А что значит абсолютизировать? Ну вот сама идея определяющей роли производства, это абсолютизация или нет? Можно сказать, что абсолютизировать, да, это абсолютизировать, да, можно. Определяющая роль, определяющая роль или производство материальное, или духовное, что все-таки первичное, что вторичное. Вы же должны решить. Да, они говорят, что производитель материальная сфера, вот я и говорю, что они абсолютизируют, мне кажется, что не всегда производительная сфера является определяющей. Что значит не всегда? Имеется в виду в истории, а что значит не всегда? Я не понимаю, что значит не всегда. Вообще, вот, например, в вашем развитии что является определяющим? Я не знаю, в моем развитии. А я знаю, вам сказать? Это написано у Марса, вот если вы прочитаете, тезис о Фейербахе. Определяющим для вас является человек из продукта обстоятельств и воспитания. Обстоятельства и воспитания. А воспитание – это духовные действия, духовные. Поэтому что вы едите и на чем вы сидите, не является для вас определяющим. Применительно к человеку. А вы, может, потому абсолютизировали понимание этого тезиса? Потому что не приняли вы внимание, что каждый человек является продуктом обстоятельств воспитания. И то, что относится, к человечеству, как обществу, вы же изучаете же сферу общества, так что для сферы общества является определяющим? Производство вещей и людей. Людей и вещей. Производство непосредственной жизни или отражение этого производства в их мозгу. И то не бывает определяющим. Это вы хотите... Разные этапы, может быть, разные определения. Назовите разные. Такой этап, когда определяющим было другое. Ну, например, я вам сейчас приведу пример, очень самый такой яркий, когда кажется, что определяющим было совсем не материальное производство. Значит, возьмем революцию 17-го года, октябрьскую. Значит, производство какое в это время? Царит производство в России. Какое? Ну, вот 7 ноября произошла революция. Возьмем... 7 декабря, чтобы было ясно, 7 декабря, значит, производство капиталистическое, власть какая? Какая власть в это время? Советская, да? 7 декабря, 17-го, власть советская, диктатура рабочего класса, так? Социалистическая власть, что является определяющим? Вот, вроде бы, ну, это... Что является тут определяющим? Ну так, если внешне смотреть, декреты советского правительства, это делают, то делают. А производство-то какое? Разное? Так что же получается? То есть это вот подтверждает вроде ваш тезис и опровергает тезис Маркса. Я другой пример, другой довод защиты своего тезиса привела, но дальше писала, можете прочитать. Мы дойдем до вашего тезиса. Ну вот, я просто вам привел пример, да, такой внешне кажется, что здесь является... И вот если люди думали это, вот определяющую роль производства, они должны понять, а как так удается, несмотря на определяющую роль производства, раз производство капиталистическое, значит, это вот советская власть должна быть свернута,
И производство определяет, какое сознание буржуазное, и, следовательно, и государство должно вновь стать каким? Буржуазным. Буржуазным, вроде, если так понимать, определяющая роль производства. Не так, вот вы же совершенно правильно сказали насчет этапов. Вот я и взял такой этап, который с виду кажется, что здесь определяющим является что? Настройка. Есть там руководитель революции Ленин, это настройка. То есть он пишущий человек, публицист, так, руководитель партии. Есть партия, это тоже политическая настройка. Идеология социалистическая, только тоже настройка. Так, идеологическая. Есть государство, это политическая настройка. Все они являются неопределяющими. Раз неопределяющими, значит, должна эта самая революция закрыться и снова установиться буржуазная власть. Так? Так, вроде. С другой стороны, как вот мы, как вас не было, обсуждали вопрос об экономических интересах. Что значит власть рабочего класса? Вот кто осуществляет эту революцию? Ленин, партия или класс? Класс. Кто ее осуществляет? Класс. Понимаете? И сразу мы переходим, вот это внешнее такое, как вы правильно сказали, мне представляется, такое хорошее слово, чтобы вас не поймать. Дескать, ну, это представление, что вы, представление-то не критикуют, как говорится, я же не утверждаю, я так предполагаю. Значит, класс, а класс понятие политическое, идеологическое или экономическое? Сугубо экономическое. Берем. Классы делятся по положению в производстве, экономическое. Если мы хотим в деталях рассмотреть, класс – это большие группы людей, которые отличаются по месту в исторически определенной системе общественного производства. Раз. Экономических критерий. По роли в общественной организации труда, экономические критерии. По отношению к средствам производства, большей частью закрепленным законом, но мог быть и не закрепленными, по факту. Опять экономическое. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Все критерии экономические. Значит, тот класс, который взял власть, его экономические интересы являются решающими. Не деятельность партии, не деятельность Ленина. А кто сообразует с чем свою деятельность? Ленин свою деятельность с интересами класса или класс с идеями Ленина? Ленин с классом. Ленин с классом. Или вот я могу вам назвать более позднее время дискуссия, которая была в партии. Как-то Зиновьев выступил с такой идеей, что сказать, давайте, все равно партия все решает. Это уже было в советское время при Сталине. Давайте, скажем, поскольку партия имеет руководящую роль в системе нашего государства, давайте прямо будем говорить диктатура партии. И тогда вот Сталин выступил против этого и сказал, что это неверно, что класс является вот своей, так сказать, главной экономической величиной, и из положения класса вытекают экономические интересы, с которыми партия должна сообразовываться, а не наоборот. Не класс должен с партией сообразовываться. Партия должна служить классу, а не класс должен быть у партии на посылках. И не вожди, так сказать, диктаторами являются в данном случае. А вожди они только тогда, когда они лучше других выражают и осуществляют интересы того класса, вождями которого они являются. Иначе они не вожди. Я вам расскажу один у меня эпизод, который был перед, вот, в 90-м году, в 90-91-м, когда уже было ясно, что сейчас будет, так сказать, переворот в СССР. И вот меня пригласили выступить с лекцией о ситуации в стране в Выборгском отделении КГБ. Ну, я рассказал, что ситуация такая, что вот вы ловите, дорогие товарищи, каких-то там людей, которые провели религиозную через границу литературу, а в это время со страниц крупнейших печатных изданий с легкой руки моего однофамильца Гаврилы Попова идет дефедерализация, десоветизация там, и так далее. То есть антисоветская и антисоциалистическая пропаганда со всех экранов, телевизора, по радио, в газетах идет, а вы, так сказать, тут уже никак на это не влияете. Они спрашивают меня, а как вы относитесь к тезису? КГБ – это острый меч партии. Я говорю, отрицательно.
как-то встрепенулись так, что-то я тут выступаю в таком месте. Я говорю, ну вы сами посудите, вот партии, бывает, сгнивают, меняют тот класс, которым они служат. Например, германская социал-демократия, ее создавали, у колыбели ее были Маркс и Энгельс, а она перестала быть партией рабочего класса и с 14 года стала партией буржуазии. Название может оставаться. Точно так же, как вот социалистическая партия Франции, она же не является партией рабочего класса. Ничего там социалистического нет и в помине. Это партия крупной империалистической буржуазии французской. Поэтому, если бы вы сказали, что КГБ – это острый меч класса, тогда это было бы надежно, потому что интересы класса не зависят от того, о чем подумает или какие представления будет иметь тот или иной рабочий. Представление, обратите внимание. Как раз вот слово вы тут очень удачно подобрали. Представление. Дело не в представлениях, а знания. Вот. И надо переходить от представлений к знанию. А чего? К знанию о том, что, на самом, что является истинным. Потому что у нас задача не, так сказать, принижать знания до мнения, до представления, а возвышать представление до знания. Вот. И, так сказать, у вас такая мягкая форма, так вы мне так просовываете эту мысль мягко, чтобы я ее заглотил, но я, так сказать, как представление ее, сразу ее поймал, этот мяч, и возвращаю вам его назад. Вот. И потом вот такой прием, что если где-то абсолютизация, если речь идет о том, что первичное, что вторичное, это абсолютное решение. То есть или так, другого не может быть. Или идея, или бытие. Может быть, в разное время? Нет, не может быть. Идея, вот, вы не найдете такого времени, когда идея была. А в какой-то момент, когда все решает там наступательность, энергия, масса, там, все решает, ну, вот, правильно ли дорога пойдут и так далее. То есть в этом смысле решающим на каком-то узком отрезке, если это имеете в виду, то вы правы. Просто то есть бывает такой момент, что... Непонятно, какие факторы были важнее, экономические или не экономические. Какие? Ну, любые другие, то есть... Нет, и дело в том, что вот нельзя как раз абсолютизировать этот тезис, это вы абсолютизируете, потому что речь-то идет об определяющей роли в развитии истории. Ну, для истории... А не то, что на каждом этапе. А кто это сказал, что на каждом этапе является определяющим производство? Вот производство является определяющим, оно определило надстройку, оно определило господствующую идеологию. Но если господствующая идеология, то значит есть и другое в идеологии, прям противоположное, правильно? А если есть другое, противоположное, значит, это другое может быть решающим для поступков, правильно? Да. Я могу поступать вопреки господствующей идеологии? Да, конечно. Могу, конечно. Демократия это предполагает буржуазная? Да. Предполагает. Поэтому по отношению к отдельному человеку или к отдельным группам лиц или к действиям. Но если вы скажете, что на выборах, что идут выборы в парламент, и так случится, что вот вдруг каким-то мифическим образом выберут у нас представителей не буржуазных партий, а прямо противоположных, это такого не бывает. Почему? Потому что голосуют люди в соответствии со своей идеологией. Но одни будут за это голосовать, другие за противоположные. Ну а большинство-то вот в России будут за какие партии голосовать? За буржуазные или антибуржуазные? За буржуазные, конечно. Поэтому какое тут может быть исключение? Да никакого. А уже по отношению к отдельным лицам. Поэтому рассуждение такого рода, что вот мы там, скажем, выходит Зюганов и говорит, вот мы на выборах победим. Ну, это смешно. Не победят на выборах. Или для того, чтобы победить на выборах, надо перестать быть коммунистической партией. Такое бывает. Но, например, в истории Германии победа того же Гитлера и его власти, русской партии, на выборах была обусловлена не экономическими причинами, но и определенными... Там не было изменения... В смысле, там один и тот же класс оставался у власти. Там не произошла смена... Классу власть. История сильно поменялась от того, что... История поменялась, но не поменялся класс. Класс. История это не только развитие классов. История это вообще и... Ну, это... Ну, другая... Вот, но когда вы решаете, власть поменялась или нет, вы должны ответить на вопрос, власть была одного класса, осталась она властью этого класса или нет? А вот, она осталась. Вот до Гитлера была власть буржуазии, при Гитлере была власть буржуазии, при Меркель власть буржуазии. Поэтому классовый характер власти не поменялся, а все остальное поменялось. Да, но история не только развитие классов или смена классов, это и смена политических различных систем.
А вы политической системы? Что значит политическая система? А политическая система все равно носит классовый характер. Нацизм и... А политика знаете, что такое? Не знаете. Борьба классов. Политика – это классовая борьба за... По определению. Между нацизмом и нацизмом есть нет никакой разницы, даже если там классы. Между чем? Между чем? Ну, нацизмом, например, который и фашизмом, и там той же... Только вы... Сказать вам, в чем разница? Сказать вам, в чем разница? Есть, конечно. Вот, но это опять требует точных определений. Значит, что такое, во-первых, нацизм? Нацизм был в Португалии? Знаете, в Португалии был фашизм. А фашизм у нас был, я сейчас перечислю все страны, в которых имел место фашизм. Значит, он был в Германии, он был в Италии. В Италии был нацизм? Mm-hmm. Не было. Он был, значит, потом был в Испании, Франко. Mm-hmm. Там был нацизм? Нет. Mm-hmm. Он потом был, остался после войны в Португалии, долго был. Так? Там был нацизм? Нет. Он был в Чили. После того, как Пиночет, так сказать, установил там переворот сделал. Там был нацизм чилийский? Нет. Был нацизм в режиме греческих полковников, черных полковников. Тоже фашизм был в Греции. Они вырезали там... Я встречался с человеком, у которого на спине вырезали ремень из человеческой кожи. Там фашизм был, нацизма не было. Нацизм – это специфическая форма, когда фашизма, которая далеко не всеобщая является. Теперь что такое фашизм? Можно я вам дам определение фашизма? Фашизм, по определению Димитрова, утвержденного 7-м конгрессом Коминтерна, это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. А под финансовым капиталом имеется в виду банковский, сращенный с промышленным. Так вот, главное ключевое слово здесь, что открытая диктатура капитала. Открытая. То есть, если, значит, вы сначала подали в суд, проголосовали, а потом меня посадили в тюрьму. Это демократия. А вот если вы прямо взяли палку железную, я отвернулся и стукнул меня по голове, это открытая диктатура. Открытая диктатура означает выбрасывание всей вот этой атрибутики, демократические все эти нормы, партии, борьба идеологии, политическая борьба, все это выкидывается и осуществляется непосредственно. Всякая вообще власть, всякая государственная власть – это диктатура какого-то класса. Вы не найдете ни одной государственной власти, которая не подходила бы под определение диктатуры по существу. Но, скажем, может быть, демократическая власть, как это было там в Риме, в Греции, это было в Германии, определенный период, и сейчас есть. А может быть, открытая террористическая диктатура, прямо, так сказать, невзирая ни на какие голосования, выборы, никого не убирает, уничтожает. У нас было в течение месяца, в 93-м году, фашистская диктатура Ельцина. Почему фашистская? Потому что вот парламент принимает решение, что выше, парламент или указ президента? Или закон? Или указ президента. Закон-то выше, конституция выше. Вопреки конституции принимается указ, разгоняется этот самый Верховный Совет, и из него по законодательному органу страны стреляют из танков. А потом предлагают проголосовать, принимаете ли вы конституцию Российской Федерации. И ни на один проект не ставится на голосование даже. После этого вот этот период 93-го года до, так сказать, формального так, объявления принятия конституции, это период фашизма, открытой террористической диктатуры. Нацизма никакого тут не было, и об этом даже и говорить не надо, и не надо это отождествлять. У нас вот, когда речь идет о национализме, так надо и говорить, есть буржуазный национализм. Он присутствует во всех странах, и каждая буржуазная нация им заражена в той или иной мере. А если это национальная ненависть, то тогда говорят шовинизм, правильно? То есть это такая острая форма такого национализма. Презрение к другим народам и так далее. А вот когда объявляются другие страны вообще изгоями, как сейчас делают Соединенные Штаты Америки, но это крайняя форма шовинизма. Я скажу, вот ваша страна изгой. Наша страна большая, а ваша маленькая, но вы уже изгой. Вас как бы уже нет, но мы еще не прилетели, вас еще не удушили, но вы уже изгой. То есть вы не считаетесь нормальной страной. То есть шовинизм может проявляться даже и помимо фашизма. Но вот такая форма, когда есть уже открытая террористическая диктатура, поэтому где мы имели сейчас в последнее время открытую террористическую... Вот прилетели самолеты разных стран и разбомбили Югославию, и уничтожили государство. Внутри этих стран нет никакого фашизма.
А Югославия уничтожена. Там теперь надо попробовать собери, сколько там Македония, Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина, всех и не запомнишь. Нету государства Югославии. Ирак. Демократически избранный глава государства. Вы любите Саддама Хусейна? Я лично его не люблю, никогда не симпатизирую. Но это не мы его избирали, он не на. Прилетели под каким-то фальшивым предлогом, что надо поискать, видите ли, оружие массового поражения, и уничтожили и это государство, и главу повесили, а потом полетели куда? В Ливию, под смехотворным тоже предлогом, что вот там какие-то там якобы преследования, эксцессы есть какие-то у этого Муаммара Каддафи. И стали убивать людей в огромном количестве и полностью разрушили все, соответственно, на месте Ливии. Ничего там, какая-то племенная раздробленность. Нету государства ливийского. Это открытое, третий, на самолетах прилетели, убивали, уничтожали. Вот что происходит. Вот это вот фашизм. Поэтому мы должны, поэтому означает ли это, что это диктатура другого класса. В буржуазии может непосредственно диктатуру осуществлять, а может опосредственную. Вот такие страны, как Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые вложили колоссальный вклад, очень большой, не такой, как у России, у Советского Союза, но очень большой, в разгром фашизма. И буржуазия, соответственно, тоже пришла к выводу, что наиболее удобной формой и для господства буржуазии является демократия, а не фашизм. Перерыв.